Я отнюдь не ненавижу тебя, Дельта. На самом деле я отношусь к тебе ровно так же, как к любому другому разумному существу. Но я не могу пожертвовать тысячей своих детей ради одного мятежного сына. Дайте мне эту! Немедленно! Зачем? Отлично, командир. Адама нам почти хватает. Чтобы собрать остальное, надо сначала позаботиться о твоей младшей сестричке. В мастерской должен быть вентиляционный люк, который они так любят. Отнеси ее туда. Я никогда не стану пороть или кричать на него. Ничего такого. Я все буду делать правильно. Восторг был средоточием эгоизма Элеонора. При Раине каждый в городе пел гимны алчности и гордыни. Но тело не обмануть. И через некоторое время люди устали от бесплодной конкуренции. Взгляни на эти согбенные спины, вытянутые лица. Раин обещал нам нечто большее, как будто говорят они. Во что нам верить теперь? Наша задача — ответить на этот вопрос, Элеонора. Сам же паразит ничего не делал. Единственный источник его существования — налоги и сборы, которые обязывают каждого добровольно отдавать ему то, что он не заработал. В восторге же каждый житель оставляет себе все, что заслужил. Ч
ученый, живущий на поверхности, вкладывает силу своего ума в единственную удивительную идею и естественным образом возвышается над коллегой. Но паразиты говорят ему «нет». Каждое новое открытие должно быть учтено, взято под контроль и, в конце концов, принадлежать государству. Художник воплощает свои идеи в образах, жаждет обратиться к публике и грезит о том, что его творение обретет бессмертие. Но паразиты говорят ему «нет, твое искусство должно служить на благо общества, твои идеи опасны для народа».